Хангаласском Улусе в селе Кирдем откроют парашютный класс и планерную школу. Приобщение молодежи к здоровому образу жизни, спорту, а также развитие малой гражданской авиации – главные цели организаторов. Президент авиационного клуба и инструкторы встретились с учащимися Жымконской школы и провели с ними беседу. Продолжит тему Саргалана Ильина. Инструкторы, у которых за плечами более 1000 прыжков и обучение военнослужащих, проводят серьезную подготовку в течение длительного времени. В момент отделения парашютист прыгает, у него выходит сначала вот такой маленький стабилизирующий парашют. Планерная школа – это начало большого пути. Начиная со школьной скамьи, ребята смогут готовиться к профессии пилота. Обучение проводят пилоты с 30-летним стажем, патриоты своего дела. Обучить пилота очень много ресурсов и денег требуется. А для того, чтобы уменьшить расходы, это надо начинать с самого низов, для этих целей. У нас планерный клуб откроется где-то в марте. Март, апрель, май. Для учащихся сельской школы это большое событие, которое состоялось благодаря главе наслега Андрею Анатольевичу Варламову. Самое большое в ожидании у нас воспитательной работе военно-патриотического характера и социализации личности ребенка и для самоопределения профессионального. Планомерная профориентационная работа «Приобщение молодежи к спорту» ведется в Жымконской школе. Ожидается, что уже в марте станет больше парашютных куполов в небе над долиной Эркени. Саргалана Ильина, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский Улус.